И всем привет, с вами Росиксон. Сейчас расскажу про Ауриагами и как она связана с НИР. А также скоро я получу мерч НИР. Знаете, как его получить? Рассказать? Ауриагами – это некастодиальный, децентрализованный кредитный протокол, основанный на концепции пулов-ликвидности. Дает возможность одним пользователям занимать деньги под залог в криптовалюте с избыточным обеспечением, а другому зарабатывать пассивный доход, поставляя ликвидность в пулы для займов. Просто внеся активы в протокол, пользователи сразу получают право на проценты. Объем заработка зависит от текущего рыночного спроса на займы и постоянно автоматически корректируется. Некоторые могут не понять, зачем брать кредит, когда ты в обеспечение кладешь больше средств, чем ты сам берешь кредит. Ну, например, у меня есть 10 биткоинов, я их там еще храню довольно давно. И я не хочу их продавать. Мне нужны вот деньги, доллары, например, USDT, прямо сейчас, буквально на день, поучаствовать в сейле. Тогда я просто 10 биткоинов отправляю туда, получаю там, например, USDT и... скажем так, использую их на день, а потом обратно возвращаю, плачу небольшой процент и получаю обратно свои биткоины. Это я сказал грубо говоря, ну, чтобы вы понимали примерно. Внесенные в смарт-контракт активы в любой момент можно использовать как обеспечение для займа других токенов, при этом проценты депозита помогут компенсировать проценты кредита. Aurora была запущена разработчиками NIR Protocol как решение второго уровня для Ethereum. Оно позволяет разработчикам DApps на платформе NIR воспользоваться возможностями сети эфириума, но с более низкими комиссиями и быстрыми транзакциями. А также проект работает на основе системы DAO, PLI, токен управления. Его держатели могут голосовать по основным вопросам, направляющим развитие проекта. Думаю, вы уже встречали такого типа управления проектом в криптовалюте, и это одна из самых распространенных способов администрирования. Ограничений на депозит в Ауриагами нет, ни минимальных, ни максимальных. Снять средства обратно можно в любой момент, за исключением такой ситуации, если они прямо сейчас используются для займа как залог. В этом случае их снятие приведет к ликвидации кредитной позиции. Чтобы депонированные активы могли использоваться как обеспечение для кредита, нужно дать соответствующее разрешение в настройках. Кредитный лимит будет варьироваться автоматически, исходя из того, какая сумма обеспечения предоставлена. Депонировав активы, вкладчик сразу же начинает получать пассивный доход, так же, как я говорил, размер которого зависит от рыночных условий, ну и выбранного актива. Баланс активов пользователя, предоставленный протоколу Ауриагами, выраженный в токенах AUToken. Эти токены чеканятся на основе базового актива, внесенного в протокол. Накопление заработанных процентов увеличивает обменный курс между AUToken и базовым активом. Баланс активов пользователя, предоставленный протоколу Ауриагами, выражается в AUToken. Эти токены чеканятся на основе базового актива, внесенного в протокол. Накопление заработных процентов увеличивает обменный курс между AUToken и базовым активом. Чтобы занять криптовалюту на площадке Ауриагами, пользователь должен внести актив, который будет использован в качестве залога. Депонированные токены по умолчанию будут включены в качестве обеспечения для заимствования. Лимит заимствования зависит от суммы залога на счету пользователя. Эту информацию можно посмотреть справа в разделе «Мой аккаунт», подключившись к приложению. Следует обращать пристальное внимание на использование заемных средств, чтобы избежать ликвидации позиции. Там же в разделе «Мой счет» в любой момент можно погасить займ. Также не забывайте переходить по ссылочке в описании. В чат NIR, если у вас есть какие-то вопросы по поводу монеты NIR, экосистемы NIR, в общем, там много крутых админов и крутое сообщество. Также, если вам интересна плейтеорная история, игры на NIR, подписывайтесь на телеграм-чат NIR Games, где вы сможете узнать все о играх. Также ссылочки будут на Ауриагами, на мой телеграм-канал, где происходят интересные вещи. Протоколы децентрализованных финансовых услуг, DeFi, они становятся все более востребованы.
Поэтому их запуск в новых сетях первого и второго уровня – логичное развитие индустрии. Оригами на Layer 2 протоколе Aurora – это хороший вариант кредитного решения для тех, кто хочет сохранить высокую безопасность и надежность эфириума, вместе с тем сократив затраты времени и денег на совершение транзакций. С точки зрения функционала, Оригами пока имеет только самые основные функции кредитования, заимствования, поставок ликвидности и пока что мало чем отличается от аналогичных протоколов. Также скажу, в этом видео у меня могут быть некоторые неточности, некоторые упрощения для упрощения понимания. Если что, в комментариях можете написать свои замечания, критику, ну или вопросы. Также команда разработала самый экономичный рынок кредитования на Aurora за счет оптимизации контрактов и развертывания собственного механизма ликвидации. Теперь Origami предлагает основные услуги для финансового рынка, такие как депозиты, залоговое кредитование для 8 крупнейших активов в экосистеме Aurora. Чтобы взаимодействовать с Origami, пользователи просто вносят свои активы, поддерживаемые протоколом. Внесение активов в Origami дает пользователю право на процентный доход в зависимости от рыночного спроса на займы. Кроме того, депонированные активы могут быть использованы в качестве залога для заимствования других активов. Вкладчикам-кредиторам будут выданы токенизированные токены, приносящие доход, AUT Tokens, которые будут использоваться для вывода депонированных средств из пулов по требованию. Ни один из протоколов нельзя считать полностью безопасным. Риски, связанные с протоколом, потенциально могут включать риски смарт-контракта и риски ликвидации. Команда предприняла необходимые шаги, чтобы свести к минимуму эти риски, проведя аудит и сохранив протокол общедоступным и с открытым исходным кодом. Всем спасибо за просмотр видео, лайки, комментарии. Удачи и будьте аккуратны. Также можете сказать, пользуетесь ли вы таким кредитованием или нет.